Здравствуйте, меня зовут Юлия Вильбрандт, представляю компанию Кейсли. Это ушные бирки из Германии. Вот эти ушные бирки специально сделаны для коз и овец. Особенно для овец очень важно использовать качественные бирки, потому что у них тонкие и чувствительные уши. И у нас бирка специально сделана так, чтобы животное их не чувствовало, очень легкая. И что самое главное... Стиматоры тоже хорошие, вижу у вас. Да, что самое главное, эта бирка не портит ткани, не плющит, а прорезает ровно ухо. То есть специальный аппликатор обязательно используется, потому что, когда вы ставите бирку в аппликатор, она плотно садится. И закрывается аппликатор параллельно. То есть оно как дыроколом ровно вырезает отверстие и заживает ранка на третий день. То есть животные не страдают. И заживление происходит очень быстро, не теряется молочная продуктивность. То есть идеальный вариант, сразу вращается. Поэтому сразу быстро заживляется. Здесь отверстие сделано для вентиляции, чтобы ранка заживлялась. И по весу очень-очень легкая. Havalandırması da var ki yara tez sağalır. Həm də ki oynuyor. Yəni heyvanın qulağında iltihablanmaz da olur. Həm də qan duruluğu yaratmır. Sonra orada əlavə heç bir problemlər yaranmır. Almanya şirkətidir. Спасибо за внимание.